Без малого 2 недели основные автомагистрали города изрезаны дорожными картами, которые по технологии необходимо заасфальтировать. Ленинск-кузычане искренне не понимают, почему дорожники столь долго не могут довести до ума порезанные фрезами улицы Горького, проспекта Кирова и Текстильщиков. Манера езды по которым стала похожа на некий гигантский слалом. В этом году мы запланировали около 40 тысяч квадратных метров заасфальтировать по городу. Это в первую очередь устранение больших выбоин, а также колейности. Ну вот вторую неделю мы уже режем. Уже нарезали около 15 тысяч квадратных метров, но, к сожалению, вот асфальтировать мы не можем начать никак в связи с непогодой. Весна в этом году действительно не радует теплом. Но, тем не менее, дорожные бригады Ленинск-Строй НК и дорожника приступили к ремонту городских магистралей. Срезают верхний слой асфальта, подготавливая таким образом основу для закладки нового слоя. Справедливости ради отметим, что дорожная техника появилась на улице Пирогова. Здесь в автомобильный поток влились каток, асфальтоукладчик и самосвал. Работа здесь ведется по полосам. Приступили к асфальтированию на улице Пирогова, как бы там у нас немножечко просохло. Сохло, продуло, там без бордюр дорога, и поэтому там вот мы в настоящее время приступили. А здесь вот, к сожалению, у нас не дает погода нам приступить, но мы все-таки надеемся на лучшее, и все равно, когда вырезанное дорожное полотно, уже таких ям нет, и поэтому все равно меньше неудобства приносит это автомобилистам. Помимо устранения коленности и ям, в рамках муниципальной программы безопасности дорожного движения запланирована установка и ремонт 39 светофорных объектов, установка 4 новых светофоров Т7 в местах концентрации ДТП и у детских садов. Запланирована установка светофора на перекрестке улицы Суворова 7 ноября. Это у нас место концентрации дорожно-транспортных происшествий, поэтому там будет у нас в настоящее время, сейчас проводится конкурсная процедура на установку этого светофора. И также мы еще установим дополнительную секцию пешеходный переход через проспект Ленина на перекрестке улица Васильева и проспект Ленина. Там будет пешеходный переход через проспект. Сейчас в настоящее время только через Васильева переход есть, а через Ленина нет. Но пока погодные условия не позволяют оперативно укладывать асфальт, автомобилистам и пешеходам необходимо набраться терпения и с пониманием отнестись к этой ситуации. В конечном итоге это делается для удобства и безопасности всех горожан. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.